В Дагестане стартовал конкурс «Учитель года родного языка». За престижное звание поборются 24 педагога из разных уголков региона. Их ожидают 4 этапа конкурса. Это показательные уроки, мастер-класс, публичная лекция и защита проектов. Традиционно конкурс проходит в 11-й гимназии Махачкалы. Победитель представит Дагестан на всероссийском этапе. Итоги конкурса будут известны 18 марта. Конкурс проводится с целью выявления лучших творчески работающих учителей, поддержки и поощрения. И, конечно, для представления на всероссийский уровень, на всероссийский этап конкурса победителя данного конкурса. На заочный этап было подано около 50 заявок. Был очень жесткий отбор, выбирали самых достойных, был заочный этап. Вот. Заочный этап прошли 24 педагога в республике.